Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». У нас с тобой есть задание дня, ранний доступ. Давай почитаем и посмотрим. Так, шпиорис поможет вам быть на шаг впереди этих мерзких надгробий. Если вы нажмете на них и разыграете карты правильно, а Цитрон просто обожает колоду «Водопровод». Цитрон с колодой «Водопровод»? И против нас как раз дают Нептусь. Ну что ж. Ну что ж, давай посмотрим, как здесь все это будет выглядеть. Ё-моё. Хорошие картишки, но пока... Во. Хотел сказать оптимально, ну в принципе пойдет, да, друзья мои. Водопровод, да, говоришь? А рикошет случайно в Арсении? Ну ты посмотри, а. Специально, да? Специально, конечно. А я опять его поставлю на воду. Пускай не волнуется. О, у меня даже два есть. Отлично. Так, ну-ка глянем, что тут у нас. Кто там? Сумоист. А вот так вот, не хочешь, парень? Чтоб не смог к себе притянуть ее. Да-да-да-да-да. А, смог все-таки. Ах ты халабуда, ты несчастный. Понятно. Он напросился. Так, блин, что там у тебя опять? Ну-ка глянем. Ага, минус атака, да? Получает плюс 2. А остальные получают минус 2, да? Ну-ка. Хопа. Ну, что ж поделаешь. Остался ты, парень, без атаки. Опачки. Хорошее, ребят, растение. Да ты заколебал, а. Как мне тут... Что у тебя здесь спрятано, во-первых? Контрабандист. Даже так. Даже так. А что, если я вот так вот сделаю, а, парень? Упс, на. Сейчас мы будем размножаться, друзья мои. Опа. Прекрасно. Контрабандист, да? Так, слушай, подожди секунду. При использовании получает 1 плюс 1 за каждое другое растение со способностью амфибия. Ха-ха. Ну, давай я вот так вот сделаю, наверное. И вот так. Кто у него, кстати, здесь-то? Ё-моё, Гаргантюа сюрприз. Ну, и что ты собираешься сделать? Куда ты переместишься или перемещишься? Куда? Сюда. Ну, естественно. Так, а мы с тобой плодимся дальше. Давай, змейка. Вот так вот, шикарненько. Да иди ты. Так, что у тебя здесь? Зомби с голубым черепом. 2-6. А я вот так вот поставлю. Опа, 8-7, как тебе? Не дурно, верно? Не дурно. Вот так еще сделаю. Ну, посмотрим. Прокачал, ой, молодец ты какой, а. На-ка в бубен. На. На. Получи. Твою налево сейчас эту восьминожку свою поставить, да, наверное? Что он там? Что он там делает? Так, а мы с тобой, опа. Вот это плохо. А может быть хорошо? А я вот так вот сделаю. Шкалу заполню, отлично. Ха-ха, прячется за надгробие. Тьфу, ради бога. Погнали, друзья мои.
На-ка. По-моему, крышка им. А, нет, нет, еще живет. Еще живет Нептус. Угу, ну я понял, что ты хочешь сделать, парень. А вот получится ли у тебя, я сомневаюсь. Ты остался без энергии. Прокачал. Ох, 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 ох. Ну что, ребят, я... Жестко это, конечно. Так, и... Поздно, парень. Поздно все. Нептус, ребята, мы с вами убиваем. Прекрасная колода у Цитруна, мне понравилась. Такую, конечно, я бы хотел, водопровод. Но ее нужно собрать, друзья мои. Так, Цитрончик, получаем 50 энергии. Ну что, ребята, а мы с вами будем пытаться сегодня перейти на 28 ранг, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, где мы там с тобой. Так, мы в 27 ранге. Попробуем сегодня перейти в 28. И там уже до 30, как говорится, рукой подать. Начнем с орешка, да? Хотя можно было бы и с картошечки. Поиск соперника. Что-то долго ищем, кстати. О, нашли. Ёпрс, это 41 ранг. Вы серьезно? Офигеть, вот это мне фартануло, ребята. В кавычках, конечно же. Пипец. 41 ранг дали. Хе-хей. Я знаю, на чем он будет играть, ребята. На кровожадности, поверь мне. О, еще и доборы у него. Ну, допустим. Мне пока поставить некого. Вообще. Орех ставить, ну, нет смысла. Просто так его выставить сюда и... Пускай уж лучше постоит где-нибудь на защите. Шипастая лужайка. Угу. Так, неужели на доборах, а? Играет парень. Скорее всего, на доборах. Так, ну что, у тебя ландшафты есть, парень? Есть. У него есть ландшафты, ребята. Меняем, если успеем. О, во как. Так, ну что, запускаем. Запускаем, ребят, здесь газонокос... Да ё-моё. В плане. Все. Ё-моё. Сделал, удружил. Ага, вот так вот. Всех зомби на земле, но это потом мы с тобой уничтожим. Мне главное вот это вот убрать. Вот это вот. Если у него вот эти вот малыши, значит, скорее всего, да, ребята. Дай-ка я поменяю. И вот так вот поставлю стенорех сюда. Эх, могилоед, как же ты. О, рикошетик, давай. Орех мне отрикошетил обратно. Так, все зомби на земле, да, уничтожаются. Так, защита. Включаем. Бим. 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 Понятно. Ну что сделаем? Так вот. Шаманство делает, применяет. Окей. Все? Че он там? Телепорт. Все? Ага, понял. Так, так. Ну что, погнали. Так, сюда поставим грушу.
Сюда поставим. Вот так. Что он там делает? Воу-воу-воу-воу. Потише, блин, вот взяли моду, а. Вот даже как, да? Окей. Что он там делает? Перемещается? Так, ну этого мы с тобой ушатаем. Если, конечно, успеем выжить здесь. Защитник мне выпадает. Газонокосилка, ну, в принципе, мы можем уничтожить его, да, этого халабуду. Вот таким вот макаром. Так, поставить сюда орех. Ну, а сами хильнемся. Так. Что он там? Перемещает зомби. Наносит бонус на атаку, да? То есть он меня ушатает сейчас, получается? Да, ребята, ну, не повезло. Что я могу сделать? Не все потеряно. Поехали дальше. По крайней мере, здесь мы с тобой ничего не потеряли. В ранге мы не упали, но и не набрали. Так, 17-й. Ну, извини меня, он 41-го ранга. Ты представляешь, у него там, больше чем уверен, легендарных карт просто полная рука была. На 40... Если бы я был бы 41-го ранга, поверь мне, я бы тут фигачил бы налево и направо. Угу. Он молчит, я молчу, да? Нет, он молчать не стал. Он молчать не стал. Кто же там у тебя? Ну, мы уничтожим все равно, ребят. Да ничего ты не сделаешь. Думает там, сидит. Обменялись, получается, да? Что дальше? А, шуты. Пошли, друзья мои, шуты гороховые. Ну что же я могу сделать? Стоп. Я сделаю вот так вот, пожалуй-ка. Да и вот так вот. Ну, чтобы не получить урон просто-напросто. Этого мы ушатаем, но с этим как-нибудь разберемся, да? Угу. Вот и все. Тут можно, в принципе, грушу поставить. Ага, танцора. Ну давай сюда, прям на шипы его ставь. Красавчик. Ты этого прокачивавший, думаешь, молодец такой, да? О, даже как. О, даже как прокачал. Смотри. А, нет, ребят, не получится. Ну что, мы с тобой сделаем... Мы с тобой сделаем вот так. Ну и все, пока. Больше пока мы ничего не сможем с тобой провернуть. А получим 6 в лицо. Останется у нас 14 хп. Стремно, ничего не скажешь, но... Другого варианта нету. Зато у него с картами большая проблема. Огромная просто проблема. И сейчас мы... Вот этого, наверное, уберем с тобой. Опять ты здесь. Так, 2 и 3. Пятерочка, да? Пятерочка. Ну что ж, давай сделаем. Вот так вот. Поехали. Так, пока. Пригодится. Поставим сюда. Так, замечательно. Угу. Даже вот так вот. Давай я сделаю вот таким вот образом. Да и, наверное, хильнемся.
Вот так вот. Посмотрим, кто здесь. Ага, все, я понял. Вызывает танцоров. Ну и еще одного, по-моему, да? Вот так вот. Окей. Поехали. Дудки. Уничтожили. Здесь обмен. Тут уничтожаем. Ну и водяной только остается. Так, ну и у нас с тобой, как ты понимаешь, есть защитник. А можно, в принципе, его сейчас поставить. Наверное, нам придется с тобой, скорее всего, поставить защитника. Но это не точно. Давай так вот проверим. Плохо у него дело все. Окей. Так, два защитника у меня уже, да? Плюс водяной орех. Как раз против вот этого охламона. Так, дай-ка я, наверное, вот так сделаю. Для начала. Шикарно. Теперь сделаем вот так. Так. Ну, давай вот так вот сделаем. Окей. Что он там придумает? Да ничего он не придумает, ребята. Ну и остается только лишь защитника поставить. У него есть зомбоб... Не, зомбобота у него нету, это однозначно. Да все, по-моему, он не будет, ребят, дальше играть. Он просто сдастся. Он просто перестанет делать ход. И все. Ну ты посмотри сам, у него 6 единиц здоровья. Ему в любом случае тут прилетит. Единственное, что вот ненавижу, когда вот так вот делают. Не доигрывают кон игру. Он тратит мое время, ваше время. То есть, ну, сам понимаешь, да? Слушай, он на одних водяных, что ли, решил сыграть? Я не пойму. Окей, ладно, давай. Что, не будешь... Ага, размещает двух подтанцовщиков. Ну, это тебе не поможет, по-моему, парень. Нет, 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 нет. Даже это тебе тоже не поможет. Все, 6 в лицо ты получишь своих конкретных... А мне это ничего не сделаешь, потому что у меня защитник. Все. Ладно, друзья мои, 1-1. Но тут 17 ранг. Можно понять все. Так, мы с тобой двигаемся дальше. Сегодня должны перейти на 28 ранг, как я тебе и говорил. Ну что, давай еще сыграем за перчик. Ой, за орешек, а потом можно за картошку. А вообще можно попробовать другие какие-нибудь... растения, например. Я до сих пор не нашел хорошую колоду для цитрона. Так, слушай, а в принципе сейчас вот здесь вот очень даже хорошо. Хорошие карты выпали. Тут есть и кукурузная собачка у нас. Хм. И крахмал. И мина выпала. Слушай, шансы увеличиваются на победу. Давай вот так вот сделаем. Да ладно, серьезно что ли? Что же у тебя там за крупногабаритные такие карты? Ты меня не пугай, парень. Ты вот так вот решил сделать, блин. А мне нечем, ребята, подстраховаться, так сказать, даже. Ну ладно. Так, а вот ты там выставишь? Я боюсь, шар, что у него есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, плохо, мальчик. Ну да, придется бомбануть. Хотя можно было бы и мину поставить. Ну ладно, что сделано, то сделано. 5 энергии.
Да ты запарил уже, а? Ведь я сделаю, знаешь как? Вот так, а он наверняка его переместит. И вот сюда. Если у него есть шар, моему крахмалу трындец, ребят. Нет у него ничего. Ну тогда мы будем с тобой добирать карты. Угу, могилоед. Оу, да ладно, горячка. Вот так вот прям. Нет, это тебе не поможет, парень. Мне выпала горячка. Вот так вот просто. Я даже сам удивлен. Это же горячка, да? Горячка. Собственно, персоной. Я поставлю ее перед крахмалом, и все. Стоит, конечно, 3 энергии. А что я могу еще поставить на 3 энергии? Да ничего. Вот и все. Отлично, отлично. Сделать он ничего здесь не сможет, абсолютно. Только сдуться. Вот и все. Гудбай. Так, он, наверное, сейчас офигел, откуда у меня горячка, да? Я бы сам офигел, если честно. Но я понял, ребята, у него пошла тяжелая артиллерия. Так, что мы с тобой сделаем? Прикроемся здесь вот так, наверное, да? И поставим вот так. Что? Шар все-таки надымал, да? Плохо. Плохо, что шар-то он надыбал, ребята. Так, у нас с тобой неуязвимость есть. Так, я этого хламона уничтожу. А, как же сделать-то тут? Блин, как сделать-то лучше, а, друзья? Ну, давай вот так вот. Че, уничтожит орех, наверное, да, своим шаром? А, не стал ничего, ребята, делать он. Так, у него защита, конечно, сработает. Что не есть, хорошо. Увеличивает здоровье зомби. Вот так вот. Угу. Энергетики, да, значит, тут он врубил. Слушай, ну я сделаю вот так, наверное. И здесь поставлю вот так. Поехали. Ну, подбил, подбил, да, я не спорю. Опять этот охламонище тут, а? Ну, у меня только лишь один вариант. Сделать вот так вот. Да и, пожалуй, вот так. Плюс хильнуться. Поехали. У него 9 энергии, ребята. Может что-то сейчас произойти не так. Все зомби получают плюс 2. Уничтожает. Вот это плохо, ребята. Вот это плохо. Вообще плохо, ребят. Тут 6, да? Так, ну у меня еще есть один защитник, поэтому будем держаться. Да, это фигня. Что тут вышло, это фигня, ребята. Так, ну что, ушатаем этого охламона, да? И вот здесь. Погнали. Если он сейчас защитника мне уничтожит... Да ты серьезно, что ли? Ну, тогда все, ребят, тогда фейл.
Тогда фейл. Обалдеть. 2-1 в пользу зомби. Да, долго мы с тобой будем добираться до 28 ранга таким темпом. Эй, нет, 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 нет. Хорош, хорош, хорош. Давай мы сыграем за Цитрона. Мы с тобой посмотрим какую-нибудь колоду для него, да? Какую-нибудь колоду мы для него посмотрим. Так, что у нас тут? На заморозке мы играть не будем. Хотя все говорит о том, чтобы сыграть именно на заморозках. Но тут нет ни одной легендарной карты у меня. Как вот играть, прикажешь мне здесь? Ну, как? Вообще не то, ребят. Давай тогда за картошку попробуем. Может, картошка нам позволит перейти на 28 ранг? Ну, орех, он, понимаешь, он такой. Раз на раз не приходится. Если бы у меня были бы остальные бы растения, которые именно прокачиваются за счет отхила, конечно, я бы делал там сладкий перец, еще что-то там идет. Так, против бесячества, 30 ранг. Что ж мне так везет-то, а? Ну, 30 ранг, в принципе, ребят, ничего страшного. Я сам уже практически на этом ранге. Поехали. Тут вот этот грибок очень хорош. Тратить пока ничего не будем здесь. Угу. Опять же я пропускаю ход. У меня хотя нет, тут уже не будем пропускать. Тут надо влуплять сразу же. Получим 2 урона в лицо, конечно, но уничтожим зато этого сосисочника. Двигаемся дальше. Опять у него, наверное, все с прочерком, я так понимаю, нет? Что он там мутит? Друг друга подхиливает? Окей. Давай я сделаю вот так вот. Ну и, к примеру, вот так вот. Переместит кого-то, да? Переместит, конечно, ребята. Но все равно ему крышка. На. Вот так вот. 3 карты у него осталось. Не-не-не-не-не, это не вариант, парень. Это не вариант. Получи. Окей. Давай дальше. Кого поставишь? Кого ты поставишь? Я могу, в принципе, фонарь поставить. Твою же дивизию. Вот это плохо, ребят. 2 единицы урона. Блин. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. И сделаем с тобой вот так. О, желудь, это хорошо, ребят. Желудь, это всегда хорошо. У него сейчас появится 2 мелких бесенка. Не знаю, куда они там прыгнут. Один, наверное, на воду, один на шипы. Хорошо, что на шипы, ребят. То есть ему уже крышка сразу же. Этого на воде я сейчас уничтожу. У него есть кровожадность, по-моему, если я не ошибаюсь. И это не изгуд на самом деле. Тетеренс. Планы меняются, друзья. Планы меняются у меня. Твою же налево. Ну вот. Что мы с тобой сделаем? Ну давай вот так вот. Фиг с ним. Поехали. О, даже как у него, да? Как хорошо-то. Танцульки. Но это тебя не спасет, парень. Так, здесь уничтожаем.
О, ежевичка выпала мне, да? Вот так вот ты решил, значит. Значит, по-хорошему он не хочет. Давай я тогда вот так сделаю, наверное, и вот так. Поехали. Ай-яй-яй. Сейчас бесят? Нет, бесят ему невыгодно сейчас выставлять, ребята. А, вот так вот. Ну, ладно. Так, где там у тебя мелкие эти? Куда выпрыгнут? Ой, как хорошо-то. Так, в лицо, еще в лицо. Итого у него 3 хп осталось. По-моему, тут не вариант, ребята, у него. Все, ему кранты. Ну, давай я сделаю вот так, к примеру. И вот так. Кровожадность, ради бога. Наносит 2 единицы урона. Это тебя не спасет, парень. Понеслась. Так. Так, ой, сейчас как бомбанем. Все, ребят. Ну, картошка отыграла, отыграла. Получается, сколько у нас? 2-2, да? Мне кажется, мы долго здесь будем сейчас туда-сюда вот это вот тяни-толкай делать. Пока 2 фаворита. Из растений у меня 2 фаворита. Это именно картошка и пока орех. Опять 30 ранг против меня. Это не то же самое случайно? О, разгром. Злюка разгром вышел. Могилоеда я оставлю. Ой, могилоеда. Разрушителя могил. Потому что, ну, Гаргантюан, ты сам знаешь, разгром он любит выставлять могилки. А этот как раз будет кстати здесь. Ну что-то там завис-то, ё-моё. Окей. Ну, жду. Никого не стал, да, ставить? Ну давай вот так вот я начну. У него есть шар, наверное, чтобы раздавить мой орех этот. А, нет, у него вот такая вот штука. Вот такая штука у него. Так, а если мы с тобой сделаем вот так вот? М? Хорошо? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, я бы так сказал. Да иди ты в пень. Вообще оставил меня без атаки, ребят. Вообще оставил меня без атаки. Что делать-то будем? Ты будешь могилу свою вставлять? Что он там держит? Что у него в руке за карты? Что, неужели одни заклинания? Да ну нафиг. Давай вот так вот поставим, проверим. Сделаем, так сказать, затравочку. Так, это у нас просто, да, ребят? Это у нас просто арахис. Чё у него в руке там, ребят? Я не знаю, я просто не понимаю. 30 ранга? Что же у тебя там за колода-то, а, парень? Объясни-ка мне, пожалуйста. Чем ты там балуешься, а? Уничтожает растение. Ага. Неужели действительно одни заклинания? Да ну, ты бред. Так, орех. Ну, давай сделаем вот так. И вот так. Хочется просто посмотреть, что он будет делать со всем этим добром. А у меня что, ландшафта что ли нету? Да не должен быть, по-моему. Че он там? Он что, набрал одних заклинаний? Или ему так выпало просто? Я не понимаю. Я бы лучше бы ягоду уничтожал бы на его месте.
Ну, это его дело. Захотел так сделать. Фиг с тобой. О, дождался, что ли? Этого ты ждал, парень? Наверное, да? Наверное, он этого ждал. Блин, почему я не могу? То есть он... Не, он бы сейчас обязательно вызвал бы второго. Потом у него будет заклинание. Без... Он может поставить... Что? Твою же дивизию, что сделать-то? Давай я вот так сделаю. И... Вот так. А еще сделаю... Вот так. А еще сделаю... Вот так. Че он там? Точно одних заклинаний набрал, ребят. Ну давай. Получай тогда. Зомби получай. О, хорошо. 3-6. Сейчас будешь получать урон. Итого у него 7 хп. Этого халабуду мы можем, в принципе, сейчас с тобой что, уничтожить? Вот этим вот ананасом. Вот таким вот образом. Чпок. И готово. Так, и сделаем с тобой вот таким вот образом. Уничтожай это растение. Как скажешь. Уничтожай это растение 4 или меньше. И понеслась. 3 хп у тебя, парень, осталось. А ты в курсе, что у меня есть виноград? Нет? Наверное, не знает. Откуда он может знать, ребят? Откуда он это может знать? А? Скажи мне на милость. Сердечко есть у тебя? Если есть, то трать. Ты думаешь, в этом вся соль? Правильно. Осознал, наконец-то. Не знаю, ребята, как он на 30-м ранге. Нет, ну, конечно, может не повезти. Такое бывало и у меня очень часто. Вот не везет и все. Выпадает тебе какая-нибудь Фуфляндия. И хоть ты стой, хоть падай. Так, ну что, если мы с тобой сейчас выигрываем, сразу же, да, мы переходим на 28-й ранг. Асас против меня играет. Ну, давай посмотрим. В принципе, меня устраивает колода. Я ее оставлю. Так, кто-то здесь у нас, ребята. Так, свободен. Что-то я не могу понять. Кого-то вроде как можно было бы добавить. Или это просто... А, один, наверное, в игре. Понял. Так. Блин, ну этот, конечно... Я считаю, вот одним из сильных его сейчас в данный момент. Даже разгром не настолько бомбический, сколько вот этот супермозг. Эй, парень. Да ладно. Ты вот так вот мне даешь халявную победу. Да я не верю. Нет, я, конечно, спасибо тебе скажу, но... Я хотел сыграть. Да, ребята, отключился противник. Спасибо. Ну, ребят, честно, не честно, но я перешел же на следующий ранг. Перешел. 28-й. Тем более я не знал, что он вылетит. Я готов был драться. Так, 25 геймов мы с тобой получаем. И что я хочу? Ну, давай сыграем. Давай сыграем. Типа компенсация будет за... Такой вот бой неудачный. Твою ж налево. Ржавый разряд против меня. Против картошки моей. Картошечка, пюрешечка с котлеткой. Ну, как бы тебе сказать, в принципе. Во, вот так вот лучше. Конечно, мне не нравится ежевика, она хороша, но по ней один раз бомбануть, она ватная. Но наносит урон зато 4 единицы. Эй, ржавый разряд, только не говори, что ты тоже там глюканул. Че, сговорились там все, что ли, я не пойму. Нет, нет, ребят, тут все отлично. Ну что, ход зомби, смотрим, что он делает. Я тоже пропущу.
Я тоже, ребята, пропущу и ждем дальше. Так, ежевичку, может быть, в следующий раз. Но у него, видишь, у него есть заклинание, которое может уничтожить ежевику мою с полтыка. Если оно, конечно, у него есть в руке. Секешь, да, о чем я? Привет, привет, Апон, привет. Ничего он не стал ставить почему-то. У меня две шипастые лужайки. Ну, давай я вот так сделаю. Ну, другого варианта нет, ребят. Бомбанет так бомбанет. Что я с этим могу поделать? Тем более, бомбануть он может только заклинанием. Ну и что ты там? Разряд, хорош. Опять что ли не фартануло пареньку с рукой, а? Ой, 4 в лицо-то сразу, ну это как бы немножко обидно. Ну, я жду. Ну, 27-й ранг, ну хоть кого-нибудь-то ты выставили. Что у тебя там за колода? Что там происходит? Привет. Привет. Блин, написал тоже мне. Вот так вот. Так, ну что он там? Что-нибудь выставит, нет? Нет, ребят, ничего он не выставляет. Тогда я сделаю вот так. Ты смотри, что делает, а? Заменил. А мы сейчас тоже заменим. Неужели действительно у него не заклинахи? Я назло ему. 6 единиц в основном здоровье. 19, да? Вытягивает две карты. Что-то мне эта колода напоминает. Неужели это та колода с чувачком с карамельками? Зомби с карамельками. Там, да, там на одних заклинаниях они играют. Мне здесь нечего сделать. Так, у него сейчас будет защита срабатывать. Угу. Вот-вот-вот, про это я тебе и говорил. Понижает мне атаку. И берет карту. Окей. Я сделаю эволюцию. Я сделаю эволюцию именно из кокосового короля. Ну и живика, что она здесь уже, сам понимаешь, роли не сыграет. Хотя нет, придется ребят уничтожать тут. Ага. Профессор кислых щей у него был, да? Вот значит, куда он клонит. Я тебя понял, парень. С таким надо быть аккуратнее, ребята. Угу. С таким пареньком надо быть аккуратнее. Опа. В лицо мне, да? На. Мы сейчас ему обязательно врежем в ответку. Вот так вот. Тыч. Погнали. Так, 10 хп. Че, опять у тебя этот кукурузник сейчас будет, да? Уточка. С уточкой. Или у тебя там гаргантюахи одни? 8 энергии, ребят, сейчас начнет веселиться. Хотя у меня есть гриб. 4 и выше уничтожаем, да? Все равно неприятно. Что такое, а? Ну-ка, поехали. Хочу посмотреть, что он будет делать. Он сейчас использовать может одни заклинания. Если у тебя там дофига заклинаний. Ну, я даже не знаю, как тут можно. Да, наверное, никак все-таки. Даже если ты сможешь там призвать бесенка какого-нибудь, да? Ну, спасешься это на один ход. Это максимум.
А дальше мы тебя разберем. Ну вот, у тебя сработала защита, все. Как бы сейчас вот смотрим, что он сейчас будет, ребята, делать. Кто это у тебя там? Саркофаг? Ты вот серьезно? Пфе. Ну давай я вот так сделаю. Я не знаю, тебе, может, от этого легче станет. Смотрим дальше. 5 энергии. Ну что он может сделать? У него нет такой энергии, ребята, чтобы уничтожить всех моих. Он шаманство только может применить, и все. Да все, это проигрыш. Он проиграл. Ну, заморозку. А, всех растений? Ну, всех растений, да. Это он может сделать. Кроме вот этого, да? Давай смотреть. Ладно. Так, я тебя понял, понял, что он хочет сделать, ребята. Ну что, делаем с тобой проще. Ставим орех. Блин, надо было через мимика выставлять. Ну, фиг с ним. Здесь мы с тобой бомбим. И все. Ну, ты понимаешь, если он сейчас по ореху звезданет, да и по этому звезданет ореху, да по-любому, он будет получать урон. Поэтому спасения нет. Тут одни орехи стоят. Видишь? Куда ни плюнь. Ну, я так и думал, ребята, что у него в руке будут крупные карты. Только они, я не знаю, ребят, почему ему игра не зашла ранее. Ну, фиг его знает. Объяснений нету. Не всегда везет. Не всегда везет в этой игре. Вот я тебе говорю, когда вот у меня было тоже, выпало и 3 или 4 хода просто я ничего не мог выставить. А когда уже начал выставлять, у меня уже здоровья не осталось на герое. Так что все. Но здесь, конечно, мог бы доиграть, а вот не так трусливо убегать. Ну что, ребята, я надеюсь, я компенсировал предыдущий бой, который был слит. Не по моей вине. Так что все по-честному. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.